Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. Снимаю новое видео, в котором вы узнаете, мне кажется, все о моем уходе за собой. Я вам покажу всю свою уходовую косметику, все, что мне нравится, все, что я недавно нашла для себя, все, что я считаю крутым, бюджетным, качественным. И я уверена, что в этом видео вы найдете что-то для себя, потому что многие просили меня снять видео о продуктах, которые я использую, которые мне помогают для волос, для ресниц, для бровей, моя косметика, все, что я читаю, чем я сейчас занимаюсь, мои недавние покупки. Поэтому, зайчики, усаживайтесь поудобнее. Я надеюсь, что вам понравится это видео. Готовьте свои пальчики для того, чтобы делать скриншоты, потому что в этом видео я покажу вам действительно много офигенных товаров. И сразу скажу, что всеми ними я пользуюсь уже достаточно долгое время и 100% могу вам их посоветовать. Какой-либо рекламы уходовых средств в этом видео не будет. Ставим лайки, подписываемся на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите, ну конечно, очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои видео первыми, не пропускать премьеры. Мы можем начинать. Поехали! Покажу сначала самое банальное, а потом уже потихонечку будем приступать к самому интересному. Конечно же, тканевые маски. И у меня их очень-очень много, с учетом того, что я сейчас нахожусь на даче. И это всего лишь 1/3 часть, которую я решила взять с собой. Маски, которые я чаще всего использую. Дома у меня лежит еще вот такая вот стопка. Вы спросите у меня, зачем тебе так много, Карина? Я отвечу, не знаю. Я просто, когда захожу в любой уходовый какой-то магазин, да, с косметикой, я сразу же скупаю огромное количество тканевых масок. Пофиг какие, даже если они от морщин. Но с крутой упаковкой я все равно их куплю. Вот такая вот у меня странность. Тканевые маски — это просто one love, любовь всей моей жизни. Поэтому показываю. Тканевая маска от Garnier с гранатом. Просто офигенная. Ой, ну как обычно. Мои любимые молочные маски под названием Milk, кофейная, шоколадная, всякие корейские масочки с гранатом, La Roche-Posay, это вообще отдельная любовь, обожаю этот бренд. Опять Garnier, даже не маска скорее, а патч, очень хорошо увлажняет. Опять кокосовая молочная маска, 4 абсолютно одинаковых маски от Елизавеки, я думала, что они будут такие, какие на упаковке, видите, такие прям как патчи, фиолетовенькие, оказалось, нифига, это просто маркетинг. Я открыла маску и увидела там самую обыкновенную тканевую. Что и требовалось доказать. Тканевые масочки я вам показала. Откладываю их в сторону. И теперь мои самые любимые продукты для ухода за кожей лица. Начну я, пожалуй, с бренда La Roche-Posay. Вот такой вот чудный крем, который называется Цикопласт. Опять же, не реклама. Просто показываю все, что я использую для ухода за собой. Когда я была на диете, хотя я и сейчас на диете, кстати, сбросила уже 6 килограмм. Не знаю, заметно это или нет, но многие говорят, что я в лице очень похудела. Ляжки мои, конечно, заметно уменьшились. Это точно. У меня обсыпалось все лицо во время похудения, было много прыщей, воспалений. Моя мама мне посоветовала этот крем, я его использую перед сном, утром или когда я без косметики. Совсем немного, потому что он сам по себе белого цвета. Кожа у меня буквально за неделю превратилась опять в идеальное состояние, я вам точно говорю, офигенский крем. Дальше опять La Roche-Posay, решила на каком-то из сайтов купить, попробовать вот такой вот маленький, видите, уже очень давно использую, у мамы был такой же. Вообще влюбилась в этот бренд. Это мицеллярная вода, которую я обычно использую в качестве того, чтобы не только смывать косметику, но и протирать лицо, убирать его от жирного блеска. Очень хорошо питает, увлажняет и сам по себе приятный запах для чувствительной и склонной вообще к аллергии кожи. Я заметила, что, кстати, эта мицеллярная вода очень хорошо убирает покраснение на лице, и оно такое прям гладенькое, чистенькое сразу становится. Дальше косметику я смываю опять
опять же La Roche-Posay. Вот такая вот офигенская пенка. Сначала мочу лицо сразу с косметикой, наношу немного пенки, вот так вот протираю все лицо аккуратненько и смываю за 2 секунды без ватных дисков. Ничего не тру, как это я делала раньше, и офигенная сразу у меня становится кожа. Девочки, всем советую. С La Roche-Posay мы закончили, а теперь как же обойтись без алоэ геля? Я обожаю алоэ, это вообще супер-мега офигенское растение, которое не только помогает что с кожей, что со всякими болячками, но и само по себе приятно пахнет. Достаточно такое склизкое. Я люблю покупать вот такие вот тюбики, маленькие, большие, куда добавили еще немного какого-то крема, какие-то добавки, или просто 99% алоэ, без добавок, без всего. Наношу обычно на покраснение по всему телу или на лице. После душа очень хорошо, если там присутствуют какие-то раздражения по всему телу, потому что алоэ я вообще для всего чего угодно могу использовать, это супер офигенно. Любая болячка, я сразу беру алоэ, вот честно вам говорю. Ну и последний кремик, который я покажу, с помощью которого я ухаживаю за своим лицом, это... который очень помогает, но сразу, девочки, предупреждаю, очень-очень жирный крем и сам по себе достаточно твердый, но помогает убрать покраснение на лице, питает витаминами, помогает от прыщей, ну я это по себе заметила. Вот так вот он выглядит. Есть размеры побольше, продается в аптеке, в обычных продуктовых магазинах. Сам по себе стоит недорого и, знаете, пахнет очень приятно, такое ощущение, что этот запах я раньше где-то ощущала. Знаете, то ли пахнет детским садиком, то ли чем-то таким прям нежным, каким-то маленьким ребеночком, новорожденным, когда он пахнет присыпкой, знаете, чем-то таким детским, то ли памперсами, слава богу, неиспользованными. Прям, ну вот, суперский. Всем вам советую и напоминаю о том, что я есть в телеграм-канале, я есть в инстаграме. В телеграм-канал я выкладываю все то, что не выкладываю в инстаграм, все эти крема, все, что я покупаю для себя, все, что я открыла для себя, и все, что я считаю суперским и офигенным. Делюсь с вами историями. Недавно мне, кстати, написал мальчик, который меня унижал, с просьбой о том, чтобы я помогла ему с каналом, а он мне говорил, что вытрет моим автографом задницу, когда я еще только-только начинала. Можете мое мнение послушать в телеграм-канале по ссылке ниже. Да, меня бомбило. Сейчас мы с вами приступаем к моей недавней покупке. Совсем недавно, дорогие мои, я купила для себя новый смартфон Huawei Y8P. Во-первых, вы только посмотрите на эту чудесную коробочку. Она сразу привлекла мое внимание, не говоря о самом телефоне, но я просто в него влюбилась. Офигенные голубоватые оттенки. Сам по себе телефон очень-очень красивый. И да, я, как обычно, не перестаю радовать себя. А также, помимо нового смартфона, я купила себе новые наушники Huawei FreeBuds 3i. И вы только посмотрите, как офигенно они выглядят. Но сначала я вам расскажу про смартфон. Мало того, у этого смартфона есть сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, так у него еще большой объем памяти. Благодаря оперативной памяти 4 гигабайта вы сможете работать в нескольких приложениях одновременно. Это супер круто. Ну и, конечно, вы сможете быстро переключаться между ними. Ну а встроенная память на 127 гигов поможет хранить вам огромное количество фотографий, видео, не говоря об обширном выборе и количестве игр на вашем телефоне. А вы знаете, как я люблю игры. Поэтому в первый же день покупки телефона я накачала туда столько всего. Выбор такой огромный, что подойдет каждому человеку с абсолютно разными вкусами. И вообще бренд Huawei означает инновации, премиальность и лучшую жизнь. Ну и в этом телефоне есть возможность расплачиваться бесконтактно. Для этого нужно скачать приложение кошелек и загрузить в него свою банковскую карту. Ну и наушники. Теперь поговорим о них. Качественный звук без помех, система с 3 микрофонами, очень компактный размер, мощный звук. Это я еще не говорю про чудесную батарею, потому что хожу с этими наушниками второй день, и они ни капли не садятся, а музыку я обожаю слушать. В общем, ребят, переходите по ссылке ниже на страницу предзаказа чудесного смартфона и наушников. Я вам лично гарантирую, на все 100% вы будете в восторге. Покупатели, которые оформят предзаказ на Y8P, могут скачать мобильное приложение zaitsev.net. Естественно, из магазина приложений AppGallery.
дверей. Ну и самое главное, получить благодаря этому подписку на 6 месяцев. Так что пользуйтесь на здоровье, мои дорогие. Я просто влюбилась в эти покупки, подробности в описании. Не обращайте внимания, что фон поменялся, это новая фишка моего ролика. Мой уход за губами. Поехали дальше. Недавно открыла для себя бальзамы для губ от Фруктовый поцелуй. Вообще, я их обожала в детстве. Ну, капец, как обожала. Они очень приятно пахнут. Офигенно. Я извиняюсь, увлажняют губы. У них офигенный аромат. Лучше я не видела ни одной гигиенической помады, честно вам говорю. Скраб для губ от Essence с запахом и вкусом кокоса. Но это просто one love, во-первых. Запах кокоса у меня ассоциируется с отдыхом, со всякими вкусняшками, естественно, с баунти. Ну и когда мои губы немного шелушатся, я просто использую этот скрабик, чтобы немножечко подубрать лишнее на губах. И я довольна результатом. Помада от NYX, офигенного оттенка, купила уже вторую буквально вчера, поэтому она вот такая вот новенькая, красивенькая, оттенок, как вы видите, шикарный, но я редко использую помады, но этот оттенок мне пригляделся больше всего. Ну и тоже NYX, обыкновенный прозрачный бальзам для губ, который щипит немножечко ваши губки и тем самым их увеличивает, точно так же, как и Carmex. Я очень довольна, бальзам просто суперский. Мой уход за бровями и ресницами. Для бровей я обычно покупаю в любых магазинах, это может быть как и, да, краска, как и хна, поэтому не об этом сейчас. Для роста ресниц и бровей я покупаю обычные масла. Мне приглянулись вот эти вот два масла. Первое — это масло Усьмы. Так и можете загуглить в интернете. Масло Усьмы, оно абсолютно одинаковое, просто может быть в разных упаковочках. Это конкретно для роста бровей, внимание. Вот это чудесное средство, масло для ресниц и бровей. Оно просто чудесное, вот 100% вам говорю, я в него влюбилась. Реснички, бровки укрепляются, все становится офигенное, крутое, поэтому всем вам советую. Это мой уход за бровями и ресницами, но не советую злоупотреблять этими маслами. Я наношу обычно перед сном, утром и вечером. Вот такой вот у меня распорядок. Да и вечером толком наносить не надо, разве что только тогда, когда вы ложитесь спать. Офигенно помогает, вот честно говорю. Мой уход за телом. Для ухода за телом я использую исключительно вот такие огромные банки с кремами, потому что всегда, выходя из душа, я мажу себя каким-нибудь кремиком или маслицем. Маслицем очень редко, это Johnson's Baby, по-моему, так произносится. О нем, я уверена, вы все знаете, это видео о необычных моих средствах. Как вы видите, я изнахратила... Почему изнахратила? Использовала уже половину банки. Вы не представляете, как он офигенно пахнет. Это даже не то, чтобы крем, а крем-суфле, потому что он очень хорошо ощущается не только на руках, но и на всем теле. Офигенский крем, я вам всем советую. И второй, тоже крем для тела, он не только увлажняет, но и укрепляет. По-моему, читается как Arabia Organic. Вот так вот офигенно выглядит. Тут специально вот такая вот штучка, как у мыла, куда вы нажимаете. Ну, можете открыть и обыкновенно. Крем такой достаточно жиденький, его можно спокойно вылить, поэтому сейчас экспериментировать я не буду и поскорее его закрою. Как все крема, знаете, без ароматизаторов, такой прям натуральненький. Ну и 100% натуральные компоненты всегда наношу на выбор, какой захочу крем для тела. Офигенно. Моя любимая книга. В последнее время я читаю только книгу под названием «Несы». Офигенно выглядит, офигенное название, офигенная обложка. И я думаю, даже описывать, о чем эта книга, вам не стоит. Прочитаю просто одно предложение. Восточная мудрость, которая гласит: «Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед». Книга очень мотивирует, ее очень легко читать. Вы ни на что не отвлекаетесь, и после ее чтения, да хоть одну главу, вам сразу охота творить, что-то делать, мечтать. Она очень вдохновляет, поэтому всем советую. Как я ухаживаю за кожей своих рук? Единственный крем, который пока что мне подходит, мне нравится его запах. Он с минералами Мертвого моря, стоил около 1000 рублей. Офигенный, очень хорошо увлажняет руки. Это не реклама, рекламы нет.
офигенский, очень приятный. Руки сразу реально становятся такие прям бархатные, чудесные. Злоупотреблять этим кремом тоже не стоит. Я обычно его наношу, ну, раз или два максимум в день. Больше не нужно. Ну и последнее, что я вам сегодня покажу, это моя любимая косметика. Не только в этом месяце, но и, наверное, за последние полгода точно. За последние, наверное, года два моя самая любимая палетка — это Urban Decay. Вот так вот она выглядит, она двойная, ее можно вот так вот открыть. Посередине будет зеркальце с обеих сторон. Офигенные оттенки теней, и я думаю, судя по тому, какие тени заканчиваются, вам и так понятно, какие оттенки мои любимые, да? Очень хорошая палетка, офигенно пахнет. С другой стороны, две пудры и два хайлайтера. Мой любимый — это последний. Как вы видите, офигенная палетка. Моя любимая тушь, которая сейчас на мне, которая очень хорошо удлиняет, укрепляет ресницы, не осыпается, хорошо смывается. Тушь от Эвелин. Просто офигенная. Ну, несравнима ни с какими. Живанши, Дольче Габбана, Клиник, Хирик. Вот эта тушь для меня просто one love. База под макияж. Ну, просто офигенно держит. Очень хорошо укрепляет макияж, как бы это странно ни звучало. Обычный вот такой вот кремик от MAC был точно такой же розовый, но цветами они толком-то и не отличаются. Запах приятный. Наносите перед тем, как наносить тональный крем, и тональный крем у вас хоть неделю продержится. Честно вам говорю, но не бюджетно, стоил около 3000 рублей. Моя любимая подводка. Раньше обожала только подводку от NYX, ну а теперь подсела на подводку, ну, я говорю про стрелки, от Art Deco. Серебристая, такая красивенькая, офигенная. Очень хорошо рисуются стрелки, хоть с закрытыми глазами уже рисовать их могу. Просто суперская. Стоила около, по-моему, 2000 рублей, но я извиняюсь, что некоторые продукты вовсе не бюджетные, но я вам говорю, то, что реально медленно расходует, и очень-очень качественная. Мой любимый тональный крем, уже такой потрепанный жизнью, от MAC, уже не раз вам о нем говорила, оттенок NW10. Он у меня уже заканчивается, даже уже закончился, потому что дно прозрачное. Надо покупать срочно новый. Офигенный просто тональный крем. Самый лучший, мой самый офигенный любимый тональный крем. Ну и последнее, это мой любимый консилер, вот такой вот маленький, в оттенке 02, от Kiko Milano. Офигенные консилеры, я покупаю только в Kiko, они очень качественные, приятно пахнут и очень долго держатся на коже, наношу обычно на проблемные места или под глазами. Очень редко использую для макияжа, если мне нужно чуть-чуть использовать консилера, чтобы оттенок на глазах выглядел достаточно ярко. Советую вам консилер от Kiko. Ну и о кисти. Быстренько поговорим, так как кисти, я уверена, это тоже косметика, ну, для меня, естественно, потому что именно кистями я наношу косметику. И чищу я их с помощью вот такого вот чудесного средства. Антибактериальные салфетки для экспресс-очищения кистей. Единственная проблема в них заключается в том, что ты вот так вот открываешь и как влажные салфетки просто достаешь, и они иногда внутри застревают, и тебе нужно вот так открывать. Ой... Тебе нужно вот так вот открывать и доставать. Не высыхают, офигенные. Все бьюти-блогеры их советуют. Я не бьюти-блогер, но я все равно советую. И это просто моя любовь. Ну и на этом, наверное, ребятки, было все. Я надеюсь, что вы нашли какие-то любимые продукты для себя. Напоминаю про ссылку в описании, по которой вы можете сделать предзаказ чудесных наушников и смартфона Huawei. Я довольна всеми этими покупками, всеми моими любимыми средствами. Напишите ниже в комментариях, какой продукт из тех, что я вам показала, понравился больше всего. Мне будет очень интересно прочитать, и также первые 20 комментариев каждый час я лайкаю, поэтому не забудьте оставить комментарий под моим видео. А я с вами прощаюсь, надеюсь, что вам понравилось такое уходовое видео, я вас люблю. Все ссылки в описании на мой инстаграм, на мой телеграм, на мой ВК, подписывайтесь, там много конкурсов и вообще дофига всего интересного. Я вас люблю, до скорых встреч, пока-пока. Ваша Карина Аракелян.